Приветствую вас, мои дорогие зрители, на связи Яна Федорова. Сегодня буду сеять семена майорана. Вот такой сорт майорана, майоран садовый, Байкал называется. Насыпала уже сюда земельки, контейнер можно взять маленький, потому что все это будет сходы очень мелкие, так что большой нам не надо. Семена у майорана очень мелкие и насчет сходов очень капризные, поэтому сеем их поверхностно. Все, хватит, здесь довольно много семян. Забыла сказать, что земельку я уже перед этим увлажнила, она достаточно мокрая, и вот прямо на мокрую землю сверху сеем семена. Закрываю крышкой и ставлю этот маленький контейнер на яркое освещение при температуре плюс 20 градусов. Майоран начинает сходить на седьмой день. Все идет нормально. Так, если корешки немножко оголились, то можно сверху вот так земличкой, ну как бы солить. Чуть-чуть присыпать, чтобы корешки покрылись землей. Если на листики попадает, ничего страшного. Я сейчас с опрыскивателя буду поливать, и все это обмоется. Так, еще маленько. Все, готово. И теперь с опрыскивателя чуть-чуть. Вот так. Вот, теперь полный порядок. Итак, мой майоран через полтора месяца после посева вот так уже подрос. Такой немножечко вытянутый, но все-таки сейчас зима, света мало. Хоть у меня и хорошее освещение, но все равно сеянцы довольно сильно тянутся. Я уже его немножко подсыпала, вот, чтобы ему получше было. Все вроде бы с ним хорошо. Я не буду его пикировать, пересаживать там как-то отдельно. Я прямо весной вот прямо вот так кучкой и высажу. Он потом сам раскустится, разрастется под ультрафиолетовыми лучами, окрепнет, и все будет хорошо. Ну все, дорогие мои зрители, теперь вы знаете, как посеять и немножечко подрастить майоран.